Это он, да, ТТП сделал? Да, да. О. Вот этот фон стоит от тебя. Что ты делаешь? Иди куда-нибудь к машине и стой. Не убегай, что ты убегаешь? Что? Убегай. Не надо, давай. Куда вы собрались? Куда вы пошли? Что, куда вы собрались? Ну, парни, помоги! Давай. Что? А то убежит сейчас куда? Не надо. Вот, самое нормальное решение, а то убежит сейчас. Все, теперь никуда не уйдете. Евгений, расскажи, пожалуйста, все как произошло, потому что, я так понимаю, ты был очевидцем этой аварии, ты двигался, ну, в общем, в потоке. Да, двигались по набережной Маслютиново. Вот, сначала данный гражданин на Митсубиси нас подрезал. Вот, ну, как бы подозрения еще не вызвал, может, по зеркалам не смотрит. Когда его обогнал, увидел в зеркало, что он, грубо говоря, ведет себя на дороге неадекватно, но тут уже оставалось буквально 5 секунд до удара. Я думаю, ну сейчас приедет. Хорошо, ну приехал не в нас, правда, приехал рядом в соседнюю машину. Приехал бы в нас, наша сложилась бы. То есть нам, грубо говоря, повезло, вот человек на Солярисе. То есть ты ушел, успел уйти от столкновения? Я не успел уйти, я как бы, он просто ехал в другой полосе. В одном направлении, но по разным полосам. Ну да. Я понял. А здесь он уже непосредственно, как все произошло? Он просто взад ехал в автомобиль? Да, получается, автомобиль вот ВАЗ-2115 стоял, пропускал по кольцу движущегося. Да. За ним Солярис стоял, а мы, получается, параллельно Солярису были. И вот он справа приехал в Солярис. И туда, получается, пятнашку. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на наш канал, поставить палец вверх, напишите комментарий, что вы по этой ситуации думаете. Ждите новых выпусков. А не подскажете, лишен все-таки, да? Да. А в каком году? В этом. В этом году, в этом году уже был лишен. А давно? В этом году, в начале года. В начале года, да? Спасибо большое. Сможете быть понятым? То есть вы свою гражданскую ответственность? Конечно. Вы каким? Так точно, совершенно. Все, подходит. Адрес какой? Управлял транспортным средством. Ульяна, 909, Сергей Николаевич, 36 район. Митсубиси Паджеро. Вот, видите, попал в ДТП. Виктор Петрович, сними ДТП. Так как есть признаки опьянения у гражданина, предлагаем, Юрий Владимирович, 51 статья, имейте здесь про себя и своих близких. У нас 51 Юрий Владимирович, при помощи алкотектора Юпитер на месте освидетельствования о состоянии алкогольного опьянения вы будете проходить? Нет. То есть вы отказываетесь проходить? Вы слышите? Ребят, в медицинское учреждение поедете проходить прохождение? Тоже отказывается. Расписываться в материалах дела будете? Да. В материалах дела расписываться будет, слышали? Ну все, подошло к завершению, ну так скажем, для нас, нашей части. Сейчас даем последние штрихи, значит, под подписи ставим. Будет вызвана оперативная группа, потому что у человека повторность состояния опьянения он гоняет. Ну, бывает такое, к сожалению. В общем, машину изымут, и по 264 возбудится. В общем, все очень печально. Машина будет до суда стоять в отделе полиции, ну и, соответственно, будет ждать решения суда. Но это уголовное наказание, сами знаете. Не садитесь за руль пьяными никогда. Можно задать вопрос вам? Можно задам вам вопрос? Нет? Все смелые, вот когда вот напьются и за руль садятся, они там и вопросы задавать могут, все, все они могут. А когда суть до дела, вот или прячется, бегает. Сними его.
меня обращение к руководству нашего города. Пожалуйста, сделайте таким образом, чтобы виновные лица были все-таки наказаны. В данном случае удалось задержать, предпринять действия благодаря ответственным, неравнодушным гражданам. Ну а бывает в основном водитель такой просто уходит, скрывается. Представьте ситуацию, когда девушка участник ДТП, и она не может никаким образом повлиять на второго участника, который пьяный. Позвонили в дежурную часть ГИБДД, как сейчас, сообщили о том, что буйный водитель пытается скрыться. Нам сказали, что вы его задержите и ждите сотрудников полиции. Когда приедут, неизвестно. Поэтому организуйте таким образом все эти службы сотрудников полиции, там, я не знаю, Росгвардию, чтобы по обращению только о такой ситуации подобной, вопиющей, когда пьяный водитель, принять все меры, чтобы люди чувствовали себя защищенными и понимали, что пьяница за рулем понесет наказание законно. Дорогие друзья, не забудьте подписаться на наш канал, поставить палец вверх, напишите комментарий, что вы по этой ситуации думаете. Ждите новых выпусков. Счастливо! Друзья, мы знаем, как избавиться от непосильных кредитов. Если ты попал в долговую яму, звони мне по телефону 228-94-94, код города 473. Мы работаем на всей территории Российской Федерации. Звони, мы обязательно тебе поможем. Списать долги – это реально. На дорогах беспределы, нарушения правил. Мы до вас доберемся, все как нужно исправим. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дамоклов меч, ваш колокольный звон. Время ответит за должностное преступление. Ты думал, что тебя спасет звание или положение? Будь ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то YouTube смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, сканированным стеклом и перегаром непомерным. Не стой в стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страже города с громким именем. Воронеж будет чистый.